Уверен, многие из вас смотрели фильм «Форест Гамп». Помните, когда Форест познакомился и подружился с Бубой на войне, и затем тот рассказывал ему, как хорошо, как у него мечта поехать открыть бизнес и ловить креветки, но, к сожалению, его мечтам не удосужилось сбыться, он был убит на войне. А затем, после окончания войны, после демобилизации, Форест с капитаном, они поехали, сняли какую-то баржу, начали, в общем, ловить креветки, у них сначала ничего не получилось. Затем они попали в шторм, в шторме они остались в море. И это сыграло им на руку, потому что все остальные корабли были разбиты по берег, а их корабль уцелел, и, соответственно, они начали вылавливать эти креветки. Таким образом была создана сеть ресторанов под названием Баба Гам. И здесь, на Гавайях, можно увидеть их больше всего. Баба – это в честь имени этого парня чернокожего, который погиб на войне. Гам, соответственно, это фамилия Фореста Гампа. Сейчас мы можем увидеть этот ресторан за нашей спиной, и, соответственно, мы пойдем туда и посмотрим, насколько это вкусно. Надеемся, что креветки, которые нам предложат, будут очень вкусными. Ну и просто сама идея того, что мы посетим это заведение, она внушает все-таки радость. Просто сама идея, что мы его посетим, она интересна. Построено этот ресторан прям вокруг этого огромного здания. Ствол мы можем наблюдать внутри. Hello. We wanna visit your place. We wanna visit your place. Oh yeah, you can go ahead. Yeah? Anywhere? Everywhere? You want a table? Yeah. Они думают, что мы хотели просто прогуляться. Но на самом деле нет, мы зашли сюда. Здесь можно увидеть фотографии уже непосредственно. Фильм показывают, но и фотографии дома, Фореста, дизайн, как он был в белом Уайт-хаусе. Фотография бабы. Его дом, в общем, все это посвящено тематике. Разумеется, мы хотим присесть ближе к морю, для того, чтобы можно было наслаждаться водой и свежим воздухом. Наталья, как вам местечко? А? Куда посадили? Пахнет вкусно. Действительно, здесь в основном много посетителей, поэтому для того, чтобы сесть, нужно попросить у администратора возможность. Sorry. В качестве меню можно увидеть такие теннисные ракетки. Это десерт. Мы, конечно же, знаем, что Форест Гамп любил играть в пинг-понг. Соответственно, такая тематика здесь тоже присутствует. What?
футбольная форма. Школьная форма. Разновидность соусов. What is the name of your drink? I don't know. Corona and a margarita. Corona plus the margarita. Yes. Corona. Can you walk after this drink? We will not be walking at all. I believe so. Итак, проверим, что есть в меню, в наличии. Конечно же, основное это креветки. Цены пытаются скрыть, потому что цены здесь не очень веселые и не очень демократичные по сравнению с остальными местами. Но, тем не менее, в основном пишут не цены, а пишут, сколько это калорий. Но мы в Соединенных Штатах, разумеется, калории... Здесь нужно учитывать, чтобы не стать такими большими, как сами американцы. У 44%. Вот интересный и очень сет. Такой вот набор из 4 конвертов. Они разные по вкусу и разные то ли панировки, то ли просто жареные. Такой сэмпл будет стоить около 22.99, $23. Здесь можно и с лобстерами, и с креветками. Очень хорошо, что здесь есть картинки, и, по крайней мере, можно видеть, что ты заказываешь. Forest Seafood. Тоже набор. Наташа, вот посмотри, вот набор на следующей странице. Seafood. Seafood тоже там есть, и... В соусе тартар, соответственно, и креветки, и какие-то другие. Что касается пива, где пиво? Пиво здесь немножко, конечно, дорогое. Draft beer, маленькая это где-то будет 0,33, большая это где-то 0,5, и... 0,5 будет стоить в зависимости. Вот сейчас мы я посмотрел, самое дешевое, Bud Light. Вообще оно невкусное, оно абсолютно такое, как вода. 12,49 в долларах. Ну а более-менее нормальное, там местное пиво 13,74 за 0,5. Очень популярный здесь коктейль, мы успели с вами заведеть, называется... Корона с маргаритой, вот так они его засовывают, эту корону, в маргариту. Я спросил одних, могут ли они после этого ходить, и они сказали, мы сомневаемся. Ну, в общем-то, уделим немного времени меню, так как мы здесь первый раз, и посмотрим, что нам могут предложить. Короче, надо их брать, а потом эти выбрасывать. А ну-ка, что здесь у нас? А, нам уже я не знаю. Креветочки. Это непонятно какой-то соус. И с салатом креветки. И здесь, соответственно, креветки в ведерке. Приятного всем аппетита!
Алоха. Природа на Гавайях цветочная. Цветов много, как раз сезон, все распускается. Ну а мы подошли к этому манго-дереву. Один можно увидеть на полу, и не один. А если посмотреть во двор, надеюсь, здесь собак нет. Маленький домик. И везде разбросаны манго. На крыше, на полу. Они съедобные. Находимся мы практически у моря. В одну улицу. Ну, пожалуй, зайду и один возьму на полу. Просто чтобы попробовать. Было манговое дерево. И манго упало. Вот как будто абрикосы опадают. Но здесь такой чисто американский домик. С газончиками, с красивыми. Сейчас идет полив. Мало того, что американские домики, так еще они более такого гавайского типа, гавайского стиля. Через дорогу напротив можно возле забора наблюдать пальмы и их красивые такие растения.